кино на ТВ-РУС. За любовь к восточным единоборствам его прозвали самураем. Как говорит японская мудрость, влип ты по полной. Но когда он узнает, что его единственная дочь... Мужественный отец полицейский и красавица дочка. Паспорт давай доставай. Собирается замуж за того, чье дело он расследует... Наглый бандит. Да. В банке все схвачено. Никогда Николай Дымов родственником бандита не будет. Оставь мою дочь в покое, иначе у тебя будут большие неприятности. Посмотрим. Майор Дымов даст бой преступности и покажет, что значит честь самурая. Воскресенье на ТВ-РУС.